Привет, ты на канале ProGAVTO. Меня зовут Юра. Как правило, машины стандартной комплектации всегда есть в наличии. Но если хочется индивидуальную комплектацию, тогда добро пожаловать в конфигуратор. Итак, для того, чтобы начать конфигурацию вашего нового автомобиля, нам надо зайти на сайт ProGAVTO.com.ua, внизу перейти во вкладочку «Конфигуратор» и начать конфигурацию вашего нового автомобиля. Допустим, мы выбрали Кодиак и начинаем 3D-конфигурацию. Здесь нам предлагается выбрать одну из четырех моделей Skoda. Мы возьмем Style, самую популярную модель. Нажимаем «Далее». Предлагает выбрать нам из двигателей. Это может быть бензиновый 1.4 TSI или же 2-литровый бензиновый двигатель, или дизельные двигатели на 150 лошадиных сил на механике и на автоматической коробке, и 2 литра дизель 7-ступенчатым автоматом. Выбираем дизель, допустим, нажимаем «Далее», и тут нам предлагают выбрать цвет. Есть базовый цвет синий, он без доплаты идет, есть спецлаки белый и серый, или один из металликов. Давайте выберем белую машину и дальше. Здесь нам предлагается выбрать интерьер. Он может быть черный, может быть бежевый. Вот, кстати, он предлагает, если опция подтягивает какую-то другую опцию, нам надо ее добавить. То есть мы добавили, у нас будет бежевый салон. И далее нам предлагает выбрать из множество опций, которые предлагает Skoda. Есть популярные опции, такие как пакеты специальные. То есть мы можем выбрать пакет, добавить к нему поддержку информационную и выбрать к нему еще какие-то опции. Допустим, сейчас популярно контроль слепых зон для безопасности нашей. Он за собой же тянет зеркала. Можем добавить подушки безопасности. Все-таки безопасность должна быть на первом месте. И добавляем подушку безопасности для коленей. Здесь мы выбираем из множества опций. Тут уже все индивидуально. Это можно обсудить со мной или же подобрать для себя, что вам хотелось. Допустим, выберем шторки на заднем стекле, чтобы меньше светило солнце. Можем выбрать, если вы рыбак или охотник, фаркоп и так далее. Нажимаем «Далее», и вот наш автомобиль. И вот здесь наша информация по автомобилю. То, что мы выбрали машину, выбрали ее опции, и у нас есть цена. Также мы можем посмотреть автомобиль, который мы выбрали в разных ракурсах, и показать полную комплектацию автомобиля. То, что мы здесь везде собрали. Вот все, что мы добрали, оно за дополнительные деньги, и есть стандартная комплектация. Если вам все подходит, вы можете отправить по e-mail, и мы начнем заказывать ваш автомобиль. А для того, чтобы определиться с моделью, двигателем, трансмиссией, опциями, приезжайте к нам в салон на тест-драйв, и мы поможем вам сделать правильный выбор. Ссылка для записи на тест-драйв находится в описании под этим видео. Подписывайся на канал ProGAVTO, ставь лайк. Если возникли вопросы, пиши в комментариях. До встречи у нас в салоне!